Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня я пройду калибровку с самым дорогим скином в игре, а именно с АВМ Трэшер Хантером. Также мы посмотрим на реакцию игроков, так что, ребят, обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал, ну а мы начинаем. Чем же, ребятки, особенно данная калибровка? То, что до меня на этом аккаунте провели 7 игр. То есть я, грубо говоря, играю на этом аккаунте только 3 игры и получаю звание. Поэтому я вообще без понятия, какое у меня будет звание. То ли бронза 1, то ли какой-то феникс, то ли мало ли легенда. И я очень надеюсь, что игрок до меня играл хорошо. Ребята, просто посмотрите на реакцию игроков. Они просто в шоке, они не верят, потому что это скин за 1 миллион голды. Честно говоря, если бы я тоже увидел, я был бы в шоке. Просто смотрите. Смотрите прикол. Опа! Ну а перед началом данного ролика я хотел бы вам разыграть, нет, не АВМ Трэшер Хантера, а 1000 голды. Чтобы получить, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Второе, написать комментарий плюс свой ID. И третье, самое важное, посмотри все это видео от начала до конца без примоток. Вы просто посмотрите, как парень бежит, он хочет подобрать. Посмотрите, ребята. Притом они не знают, что я Кент ПК. Я себе сделал ник Илюшка. Никто не знает, что я Кент ПК. Посмотрите, нас уже трое. Все меня в чате обзывают читером. Ребята, я просто в шоке. Давайте выкинем. Пусть порадуется. Ой, посмотрите, подобрали, подобрали АВМ. Ну что же, а мы начинаем нашу калибровочку. Ну что же, ребят, пожелайте мне удачи, потому что я не знаю, чем все это закончится, и я вообще без понятия даже примерно, какое же у меня будет звание. В первом раунде, конечно, беру 5-7, это мое любимое оружие. Все, ребята, полетели. Надеюсь, у меня команда не нубовая, надеюсь, мы хорошо сможем отыграть. Так, я вижу кого-то парня тут, они, кажись, со всех сторон. Так, ребята, насколько я видел, то парень с бомбой был где-то тут. И я считаю, надо ему надрать задницу. Ой, братик, плюс бомба, Кент ПК просто взял и выбил плюс бомбу. Блин, ребят, так приятно играть под неизвестным ником. Никто меня не обзывает, никто не хейтит. Потому что обычно, когда видят Кента, все пишут: Кент, да ты нуб, Кент, да ты нубло, Кент, рак, год, дуэль, 1-1. Ну, пытается всячески привлечь мое внимание. Так, ну что ж, ребята, все. Мы выиграли, ну как-то вообще слишком изи. А, их вообще четверо. Ой, ребята, кажись, это будет изи калибровочка. Ну а вы прямо сейчас поставьте видео на паузу и напишите, как вы думаете, какое же будет у меня звание. Так, ну чё, в этом раунде я себе возьму ФАМАС. Кто бы что ни говорил, но ФАМАС — это мое любимое оружие. Блин, ребята, как же больно играть без скинов. Просто посмотрите, елки-палки. Смотрите, чел пишет, а у кого АВМ Трэшер Хантер? У нашего. Все просто в шоке. Все думают, что читер, уже жалуются админам, пишут разработчикам. Блин, ребят, я просто в шоке. Но я, короче, давайте так. Если вы наберете 15к лайков, то я сниму специально отдельное видео, которым я сниму реакцию игроков, потому что вы не поверите. Ни на Керамбит Голд, ни на Кэр Трэшер Хантер, ни у кого нету такой ярой реакции, как на АВМ Трэшер Хантер. Отвечаю, на АВМ Трэшер Хантер, когда люди его видят, они просто падают в шок. Смотрите, меня хотят кикнуть! Меня хотят кикнуть, елки-палки, за то, что типа я читер! Охренеть, ребята, я просто играю с АВМ Трэшер Хантером, и все думают, что я читер. Просто представьте, за что? Я и так играю на последнем месте, но ребята думают, что я читер, я в шоке. Обалдеть, ребята! Вот тогда, я, конечно, всяко ждал, но точно не такого. Это просто жесть. Так, ну что, пацаны, счет 4-0. Я считаю, это очень даже хорошо, потому что наша команда побеждает. Мы кто? Мы машины! Ну что, ребят, давайте надерем какую-то задницу. Братик, до свидания. Передавай привет команде террористов. Так, я замочил самого сильного среди них, поэтому остальные будут изи, да? Так, ну что, ребятки, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Кто-то тут будет? Никого. А тут кто-то будет? Никого. Слушай, да вы где все-то, засранцы, террористы? Вы где все попрятались? Я понимаю, что вы боитесь мою АВМ Трэшер Хантер, но, ребят, ну... Ну-ну-ну, не надо так, не надо. Минус 2. Ну, давайте минус 3. А, они уже заплантили бомбу. Короче, я вам скажу так. Лучше, походу, АВМ Трэшер Хантер не доставать, иначе меня просто-напросто забанят. Как я понял, если я достану АВМ Трэшер Хантер, то мои тиммейты просто-напросто меня кикнут. И только что они мне это дали понять, когда пытались меня кикнуть. Поэтому, ребята, очень надеюсь на то, что меня не кикнут из-за моего скина. Это просто трэш. Так, ну что, пацаны, поехали, поехали, поехали. Так, ну... Ну, братва, ну прикрывайте мою задницу по-братски. Все. Так, ну что же, ребятки, я беру АВМ. Ну ладно, было не было. Будь что будет, я взял АВМ Трэшер Хантер. Посмотрите на моих тиммейтов, елки-палки. Ха-ха. Они просто в шоке. Вот этот парень смотрит на меня и думает: да ну нафиг, что это у тебя такое? Так, ой, ребята, поехали, поехали. Ой, убил Люсика с АВМ Трэшер Хантер. Ха-ха. Так. Так, пацаны, я беру в руки АВМ Трэшер Хантер, и сейчас я кому-то постараюсь надрать задницу. У-ху! Попал! Ух, блин, ну я испугался, конечно, не на шутку. Это было реально опасно. Так, пацаны, пытаемся еще кого-то кильнуть.
Ай, блин. Сейчас по-любому подберет мой ВМ. Просто смотрите. Сейчас по-любому подберет чел мой ВМ и будет пытаться с ВМ всех замочить. Слушайте, а мы че начинаем сливаться? Команда, а ну собрались! Ну что же, ребятки, мои тиммейты уже начинают сливаться без меня. Я только секунду профыкашил, мой тиммейт уже сливается. Ребят, ну как так можно? Ну елки-палки, ничего не можете сделать без кента ПК. Сейчас мы этого шампиньона уработаем. Первый пошел. Ох ты, блин! Не, пацанов, слишком много! Елки-палки-то! Ох-ох-ох, ребят, как же их много-то! Минус 2, минус 3 сделаем. Очень-очень-очень подно, очень подно. Минус 3, нормально, нормально, нормально. Давай минус 4, ну! Ай-яй-яй, ребят, подно, потею! Ай-яй-яй, слушай, как он узнал, что я там нахожусь? Ну чё, ребятки, последний завершающий раунд. Я взял АВМ Трэшер Хантер в руки. Вы понимаете, что сейчас будет? Бегите просто, бегите, глупцы. Так, ну-ну-ну. Ага, никого, никого не вижу, никого не слышу. Слушайте, мне нравится наша команда. Один чел стоит АФК, один побежал на Б, один на А. Фу. Ух-ху-ху, так. Остался последний противник. И Кента пока сделал хедшот. Да, ребята, я сделал последний завершающий килл. Да, мы это сделали, просто мы машины. Ну что же, счет 10-4, и прямо сейчас мы узнаем, что же Кента пока получит. Я, ребята, буду в шоке, мало ли как, мало ли вдруг. Голд один! Чего? Голд один, а чего так мало, блин? Но, ребят, все нормально, просто до меня парень играл нубик, поэтому, конечно же, мы этот ранг исправим, мы откалибруемся на более высокий ранг, и надо эту ситуацию исправлять, а то Кента ПК с голд 1, ну, это как-то не солидно. Честно говоря, очень обидно, что я получил голд 1, потому что на моем основном аккаунте я откалибровался на Феникса, а сейчас вообще Рейнджер. А на этом аккаунте Кента ПК вообще голд 1, зашибись. Так, ну что же я получаю? За удачу, но... Увы. Короче, дорогие друзья, обязательно поставьте лайк, обязательно подпишитесь на мой канал и обязательно напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кента ПК, всем удачи, всем пока.